Вот уже 3 года торгово-развлекательный центр «Жар-птица» радует нижегородцев и гостей города большим выбором, приятными акциями и всевозможными развлечениями. А день рождения, по традиции, большой праздник, в котором участвует каждый желающий. Сегодня наши операторы дарят максимальные скидки и думаю, что это очень актуально перед Новым годом. И мы подведем итог соревнования, которое проводилось между нашими постоянными покупателями, и вручим на сцене сертификат на 120 тысяч рублей. В этот день скучать не пришлось никому. Любители шопинга получили приятные скидки в магазинах. Центром притяжения, разумеется, стала главная сцена «Жар-птицы». Для гостей праздника устроили яркое праздничное шоу. С днем рождения, «Жар-птица»! Ну, конечно, процветание! Что еще? Побольше народу здесь. Яркой частью праздника стала 4-я культурная премия «Перо жар-птицы». В этом году конкурс был посвящен детскому вокально-эстрадному и танцевально-эстрадному творчеству. Присоединились к празднику и торговые ряды «Жар-птица», в которых прошла народная дегустация. Нижегородцы выбрали лучшие, по их мнению, фермерские продукты. И, разумеется, какой день рождения без подарков? На сцене прошла церемония награждения победителей акции «Сказочная жизнь». Те, кто накопил на карте постоянного покупателя наибольшую сумму, получили подарочные сертификаты. Обладатель первого места теперь может совершить покупку в одном из магазинов на 120 тысяч рублей. Ярким завершением праздника и подарком всем гостям стал концерт группы «После 11». Екатерина Анисимова, Илья Васенин, «Столица Нижней».